Заслуженный мастер спорта Анна Багали проводит мастер-класс на биатлонной базе «Заря». Каждое ее слово для ульяновских спортсменов на вес золота. Потому что в копилке знаменитой биатлонистки две победы на Олимпийских играх и три виктории на чемпионатах мира. Нынешнему поколению биатлонистов такие успехи даже не снились. Сначала мы изготавливаемся, технически принимаем правильную изготовку. Вас этому тренер, думаю, учил? Да. Так? От того, правильно вы ее примете или неправильно, зависит качество стрельбы. Визит Багали в Ульяновск – часть российской акции «Лыжня России» – самого массового спортивного мероприятия времен пандемии. Только на биатлонной базе «Заря» на старт вышли 2500 участников. Пришел сюда еще несколько так. Проснулся рано специально под соревнования, а тут развеялся. Тут настроение праздника есть, конечно. Забеги девушек и юношей, отдельный старт военнослужащих 31-й бригады ВДВ, а также массовый забег, в котором стартуют все, от мала до велика, от начинающих до профессионалов. Бежит и Анна Багалий, но результат вторичен. Главное – показать всю прелесть лыжных гонок. Лыжный спорт – это нелегкий спорт, но он очень интересный тем, что спортсмены всегда на улице находятся, общение с природой, при какие-то моменты, связанные с физиологией, превозмогаешь какие-то трудности, и в целом это, знаете, дает большой прилив и сил, и эмоций, и я вообще бы всех агитировала кататься на лыжах. Впрочем, в этот день не обошлось и без настоящей борьбы за медали. Среди женщин разыграли первенство на дистанции 2,5 километра. Мужчины соревновались на дистанции 5 километров. Погода хорошая. Бежать легко в такую погоду. Дышится хорошо. Не как мороз до этого был. Трасса подготовлена супер вообще. Бежать круто. Всего же, по официальным данным, в «Лыжне России» приняли участие около 12 тысяч ульяновцев. Самым юным участником соревнований стал годовалый Леонид Казаков. Самым опытным – 76-летний Михаил Черкас. В номинации «Самая многодетная семья» отметили семью Сапожниковых. На главный зимний старт вышли не только мама и папа, но и их пятеро детей. Михаил Сашанский, Юрий Конихин, «Новости Управды ТВ».